По всей России с 1 июля проведена индексация тарифов ЖКХ. Рост цен на коммунальные услуги в разных регионах страны составит до 15%. На пресс-конференции в Химках обсудили, как изменится стоимость жилищно-коммунальных услуг в округе. Периодически это происходит в нашей жизни, изменяются тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Мы хотели бы сегодня разобрать предысторию этого, предпосылки, и сделать так, чтобы вашими усилиями нашим жителям было максимально понятно, почему это произошло. Индексация тарифов на ЖКУ в 2024 году проводится после полуторагодового перерыва. В Подмосковье предельный размер индексации тарифа установлен в размере 15,6%. В Химках же максимальный рост по отдельным видам коммунальных услуг составит 14,7%. При этом сохранится муниципальная программа «Льгот за ЖКУ». Ей могут воспользоваться более 60 тысяч граждан, относящихся к льготной категории. Химки – один из двух городов Московской области, в которых есть муниципальные льготы, которые предоставляются для определенных категорий граждан на оплату услуг ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций. Для улучшения коммунальной инфраструктуры в Химках реализуются инвестиционные и ремонтные программы. Этим летом ТСК «Мосэнерго» проводит второй этап модернизации системы теплоснабжения. Работы по реконструкции тепловых сетей будут проведены по 47 адресам. Оборудование обновят на более чем 40 объектах. Наша задача, чтобы эти отключения были кратковременные, их было существенно меньше. И, конечно, в первую очередь, внимание магистральным сетям, которые обеспечивают сразу большое количество потребителей. Инвестпрограмму реализует и Химкинский водоканал. Если вкратце, водоснабжение было стоило 32 рубля 52 копейки, в новых платежках граждане видели 6,19. То есть небольшой, порядка 15%. Но благодаря этому будут, естественно, продолжены там работы по улучшению системы. На повышение тарифов повлияли стоимость ресурсов, необходимость модернизации и ремонта инфраструктуры ЖКХ. Приоритетом в работе администрации и всех ресурсоснабжающих организаций остается предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг. Ремонты программ ТСК «Мосэнерго» и Химского водоканала, они, безусловно, направлены на улучшение это и качества, и надежности предоставляемых услуг. Мы понимаем всю важность и значимость данных мероприятий. Отмечу, что и управляющие компании, осуществляющие деятельность на территории городского округа Химки, также проводят большую работу по подготовке многоквартирных домов к предстоящему осенне-зимнему периоду. Итак, средняя стоимость предоставления услуг центрального отопления и горячего водоснабжения вырастет на 14,7%, водоснабжение и канализации на 11,5%. Тариф управляющих компаний по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов вырастет в среднем на 8%. Юлиана Мазырина, Елена Тараненко, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.